Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и все те, кто хочет быть здоровеньким и долго жить. Я сегодня вам покажу упражнение, которое у меня называется «Как создать сопротивление для здоровья». Сейчас я вам расскажу, для чего нужно сопротивление. Ну, а для чего нужно здоровье, я думаю, вы понимаете. Здоровье нам нужно для того, чтобы жить счастливо и долго. Я сейчас объясню, а потом все дело это покажу на практике. Это упражнение позволит вам научиться никогда не болеть простудными заболеваниями, в частности, уметь делать профилактику насморка или исправление насморка. Я вам буду делать это упражнение в ритме молитвы Иисуса. С моей первой ученицей Эладой Сталев, которая проживает в городе Луганске, в Луганской Народной Республике. По нынешнему. Мы с ней спелись в 2011 году. Тогда мы записали молитву Иисуса на два голоса. Только мы поем по очереди. Сначала я пою мужскую партию, потом Эллада женским голосом, красивым, в том же ритме, повторяет то, что я пропел. Каждая строчка молитвы Иисуса поется на 8 ударов сердца. И во время этой молитвы стучит метроном в ритме 1 герц, 1 сердце, 60 ударов в минуту. Это существенно, потому что именно такая частота является средней для человечества. Я буду делать массаж вот этой ямки, которая находится под крыльями носа, с одной стороны и с другой. Почему я это делаю? Когда вы закрываете одну ноздрю, то, естественно, вам тяжелее вдыхать воздух через одну ноздрю. То есть вы создаете сопротивление движению воздуха через нос внутрь легких вдвое. Увеличиваете сопротивление, то есть у вас в легких создается вдвое большее разрежение. Что это дает? Это дает вам возможность при вдохе как можно больше крови венозной набрать в легкие. Если сопротивление маленькое, то вы наберете, скажем, пол-литра, а если сопротивление вдоху будет вдвое больше, то вы наберете вместо 1 литра 2 литра. Сколько вы воздуха и крови наберете при вдохе, столько вы воздуха и уже артериальной крови выдохнете и отправите из легких при выдохе. А выдох тоже надо делать с сопротивлением, но это сопротивление мы с Эладой по очереди создаем за счет громкого пения. То есть, когда человек поет, у него воздух проходит через сопротивление голосовых связок. Вы этим создаете сопротивление на выдохе. И чем громче вы поете мантру или молитву, тем это лучше для здоровья. То есть вы давите диафрагмой на легкие, сжимаете эту губку, и из легких выходит не только воздух через нос или через рот, если вы поете, но и артериальная, энергетически богатая кровь с заряженными эритроцитами. А теперь я включаю молитву. В конце будет еще один комментарий. Ну
Ваши мои
Вот и закончилась молитва. Ровно 256 ударов сердца, плюс еще 16. 274 удара сердца, вся молитва. Я вас хочу предупредить, что вращение не просто так нужно делать. Когда вы вдыхаете, нужно вращение сверху вниз делать. Когда вы выдыхаете, то есть когда поете, тогда снизу вверх. Например, ну, такие же упражнения можно сделать и для молодости лица. Когда вы вдыхаете сверху вниз, то есть когда поете, выдыхаете снизу вверх, потому что при выдохе кровь идет от легких вверх, поэтому вы помогите руками, чтобы кровь шла к лицу. То же самое вы делаете, когда вы массируете крылья носа. При вдохе вы венозную кровь отправляете вниз, а при выдохе артериальную кровь направляете вот в эту область, которую нужно снабдить заряженными эритроцитами для улучшения обменных процессов. У вас нос очистится после этой молитвы. И если молиться каждый день, делать профилактику такую, то вы забудете, что такое простуда, что такое насморк. Научите своих детей самих о себе заботиться. Вот такой фильм я сделал практически для того, чтобы помочь людям быть здоровыми. Это все основано на моей новой теории кровообращения, суть которой в том состоит, что кровь качается диафрагмой. Диафрагма находится ниже легких, и когда человек вдыхает, диафрагма вот такое положение занимает, а когда человек выдыхает, она поднимается и давит на легкие снизу вверх. При выдохе она выталкивает из легких красную артериальную кровь, а при вдохе в легких создается разрежение, и туда вместе с воздухом из атмосферы втягивается из вен через сердце, через правое предсердие желудочек правый, венозная синяя кровь. В комментарии, прикрепленном к этому видео, вы можете найти мою новую теорию кровообращения, которая исполнилась около 1,5 лет. Пока она никому не нужна, поэтому мне придется жить больше 150 лет, чтобы доказать на практике ее состоятельность. Ну, а видео я делаю для тех, кто хочет жить счастливо, здоровой жизнью, весело и богато. С вами был Николай Полыга.